Миллионы рублей на долгожданную реновацию дорог. На Пинижье приняли первый отремонтированный в этом году участок дороги по направлению Карпогоры-Нюхча. Обновились 8 километров от деревни Ваймуша до реки Шарда. Еще 16,5 – верховье Пинижье у деревни Заедовье. Особое внимание уделили водоотводу. Источников финансирования 2 – областной бюджет и средства группы компании «Титан». В 2020 году правительство региона и холдинг заключили соглашение в сфере дорожного строительства. Финансирование в общем объеме 1 миллиард рублей в течение 5 лет. Ремонты будут проводиться ежегодно. Выделяется 200 миллионов рублей на приоритетной основе с группы компании «Титан» 50% и «Автодор». То есть на эти 200 миллионов рублей делятся на два района, опять же, Верхнетоемский район и Пинижский район. Вот на данную дорогу ежегодно выделяется 100 миллионов рублей. В следующем году работы по данному направлению будут продолжены. Одновременно дорожный ремонт ведется и в Верхнетоемском районе. Там в рамках соглашения приводят в нормативное состояние дорогу регионального значения Двинской-Белореченский.